Ребят, короче, есть возможность бесплатно получить денег на ваш Steam кошелек просто за счет вычислений вашего компьютера. Короче, вот такой вот новый сервис, просто скачивайте с него программу, запускайте у себя на компьютере, оставляйте на ночь, приходите утром, там уже какие-то деньги имеются. Ну а потом просто берете и выводите их в свою любимую игрушку или на Steam кошелек. Я тоже только что эту штуку установил, у меня есть промокод, короче, по которому вы получите какой-то вступительный бонус. Так что вводите, получайте и зарабатывайте бабосики. Всем утюг, с вами Глюк, друзья, добро пожаловать в тест на психику видосиками про ФНАФ. И не забудьте нажать на колокольчик внизу видео, потому что это очень важно, тогда вы будете знать о новых роликах, которые выходят. А если вот не нажмете, вы не будете знать, потому что YouTube вас не оповестит, и в общем вся эта система через жопу сейчас работает, и она очень бесит меня и всех остальных ютуберов. Ну, так что нажмите, пожалуйста, на колокольчик, вы мне лично поможете этим. Вот, ну а мы погнали смотреть видосики про ФНАФ. Значит, мы сидим в комнате, да, это пока что все, что я понимаю. Мы сидим в комнате, смотрим на комод. Комод очень весело синеньким покрашен. А что еще? И больше ничего? Смотрим, разглядываем стены, может пытаемся... Там Фокси вылез. Фокси, ай-яй-яй. Нехороший Фокси, куда лезешь, а? Вот что ты вот там смотришь на меня? Ты же фонарика должен бояться. Слышь? Кто там стучится? Я сейчас постучу, блин. Звонок для чего придумали? Двери ломают мне тут. Слэш? Твою мать, ты... Я ж напугался. Какого? Ты еще станцуй, тварь! Я, знаете, я под эту музыку ждал, что она сейчас танцевать будет, а она такая: «Эй, я тебя сожру! Ужин, ёпта!» Погнали смотреть следующий видосик! Чтобы не пропустить новое видео, а также помочь развитию канала, нажми на колокольчик и включи оповещение. Это мы. Мы гуляем по коридору. А, подожди, это... А, это... Как он там? Не Спрингтрап. Ну, маленький этот Спрингтрап, я забыл, как он называет. Ты так факулечку ему. Нормально вообще. Коридорчик. Коридорчик. Очень безлюдно, знаете ли. Очень тихо и спокойно здесь. Можно погулять по комнатам. Музыка. Слышь, ты за кем? Не вздумай бежать за мной, скотину. Не вздумай. Это ты еще? А ты еще что с кексом пришла? Я не буду его есть. Я не хочу, я не голоден. А ты руки ко мне не тяни, кролик недоделанный. Козулин такой. Я вообще не мед. Меня жрать нельзя, гребаный ед. Слишком много медведей. Слишком много медведей. Кто-нибудь спасите, помогите. О, в комнате, под кровать давай. Не под кровать. Это тихо, спокойно, дети, Фокси. Ты же бро, ты что ж делаешь-то? Ты еще что такое? Ты еще что за покемон? Здорово. Ты типа на моей стороне? Типа закрой глаза. Ладно, я закрываю глаза. Мне кажется, там кому-то больно. Там кому-то очень больно. Я спас тебя, малыш. Все окей, все хорошо. Блин, так, ну взял кучу, блин, поубивал. Нормально вообще. Еще и с шестиствольным пулеметом. Так, что такое? А меня-то не убили? Ну вот, опять меня лишили всех радостей. Боже мой, какой же ты зубастый, а? Этот тоже расстроился, его же тоже не кокнули, так что... Печалька для них, печалька. Ну что ж... Вот и следующий видосик. Он, наверное, мед нашел. А, не мед нашел. Он нашел. Голден Фредди, проваливай отсюда, я здесь занят. Ну вот. Ну ладно. Пойду, не знаю, пиццу сожру. Пита. Как говорит Чика. Оп. Это что был? Это... Что за what the hell? Охренеть! Что это боги творит? Обосраться.
Пойду-ка я отсюда от этого дерьма подальше. Фокси, Чика, Балун Бой. Просто болтают. Фредди? У него кошмары какие-то, что ли? Чё за галлюцинации, слышь? Фредди, ты это... Ты прекращай свой мёд есть. С цветов конопли. Это знаешь, плохо заканчивается. Конопляной мёд, это страшно. Очнулся. Такие глазки у него. Прям аж потрогать хочется. О, руки. Почему у меня такой странный внешний вид? Говорит Фредди. Что это за заклинание? Чувак, вали оттуда. Вали оттуда. Иди ко мне. Нет! My God, был. Это ему снится, что ли? Отличный сон. Вау. Иди ко мне. Точно сон. Я пришел. Спринг Бонни. Голден Фредди, иди ко мне. Наверное, это пицца из холодильника его зовет, чтобы он ее съел. Или тортик. Да что здесь за дерьмо-то происходит, ну? Всякие сцены из его жизни. Охранника прибил. Ты что, охренел, что ли? Фокси, ты что наделал, придурок? Это же человек. Ты его убил. Бонни. Что с Бонни? А? Все исчезло куда-то. Иди ко мне опять. Да что ж такое-то, ну? Иди уже приди к нему или к тому, или что там зовет-то. Фредди? Голден Фредди? Слушай, ты... Ты что, его топором прибить хочешь? Смотри, я принес тебе топор. Это мой тебе подарок. Можешь считать, что это приданное. Это будущее? Иди ко мне. Ну отлично, Фокси на стену повесили. Зачем? Вау, твою мать. Смотри-ка, он призвал Фокси. Из земли, из кафельной плитки, блин. Иди ко мне. Кто ты? Вася. Ты слышишь меня? Ты медведь. Меня зовут Тень Фредди. Что? Это сон? Да. Почему я? Ты знаешь, из-за кого. Ты больше не... Вы больше не выступаете на сцене. Марионетка и ее друзья. Хочешь ли ты узнать правду? Конечно. Ты пень. Это правда? Это был Голден Фредди. Запомни, ты не должен говорить никому об этом сне. Всегда, когда ты будешь в опасности, ты будешь видеть сон или видение. Окей. Все идет по плану. Фредди? Я так хорошо заснул здесь, такой валяется. Я хотел бы присоединиться к вам.
Ура! К чему присоединиться? Мы выиграли. Нет, еще. Еще нет. Кому присоединиться? Зачем присоединиться? Почему присоединиться? Что происходит вообще? Мы проиграли. Все впустую. Кто это? Спрингтрап, что ли? Нет, еще не все потеряно. Что? Ты же ведь знаешь, что есть в коробке у марионетки. У меня есть великолепный план. Маленькие проблемы 5 ночей с Фредди. Здоровки, ребятки! Как поживаете? Все зашибись. Смотри, какие рисунки. А, слушайте, это не маленькие. Это не мелкие, серьезно. Ми-ми-ми, прям такие. Под стол пешком ходят. Только странно, почему тогда Спрингтрап уже такой разломан. Мы можем не... А-а-а, я не успел прочитать. Что ты увидела? Пиццу? Пицца! В пиццерии должна быть пицца. Смотри, что я принес. Это тебе. А теперь я принес. Боже мой, что происходит? Их что, глючит? Плохо играет. Плохо играет Бонни. Жги давай! Ритма не хватает. Теперь давай еще Golden с Фредди, давай, запивай! I wanna rock! Не? Ну блин. Ты так хорошо поешь. По идее, ты должен был нравиться детям, но как-то, знаете, они такие страшные. Вряд ли бы они нравились детям. Смотрите, мужской туалет есть. Отлично. А вот тут у нас, значится, есть офис. Это наша новая пиццерия. А нахрена нам нужен офис? А вот тут мы построили... А что мы построили? Тут мы Чику сделали, она типа официантка у нас. И она любит Golden Freddy. Golden Freddy, я так долго ждала тебя. Ты такой же, как и был раньше. Ты совсем не изменился. Иди сюда, я тебя поцелую. И сожру с тобой пиццу. Давай, целуй его, курица, целуй. Ух ты ж пташка. Возвращением. Той Чик вернулась. Эх, люблю хорошие истории. Люблю, когда у них, знаете, не какие-нибудь интриги, там кто-нибудь кого-нибудь мочит. Хотя это тоже, если хорошо сделано, тоже интересно. А что это такое доброе, милое и классненькое? Это же здорово. Боже мой, какие они маленькие. Совсем мелкие. Фокси пират. О, да что вы смеетесь над ним, он же классный. Ах вы ж козлины. Вы что, его обижаете, что ли? Да, селфи в инстаграм. Как ты, козлина, посмел смеяться над Фокси? Прекратите! Твою мать, Голден! Голден, успокойся! Ты же все нахрен уничтожишь, а?
Жоп стали росовые. И все? Я думал, сейчас он там разнимать их всех будет, а тут конец. Нежданчик. Ну тут типа тоже маленькие аниматроники. Вот маленький пони. Играется с кубиками. И сэндвичем. Никто не видит, как я сушу сэндвич. Дебил, ты же ухреначился об тарелку, дебил. Я думал, ты жрать будешь, а ты взял башкой об тарелку, фигакнулся. Ненормальный гагузи. Что-то у него с головой не так. Смотри-ка, моя нашел. Тут курица, давай из нее гриль сделаем. Слышь, поделись сэндвичем, а? Я хочу пиццу, но пиццы нету. Дай сэндвич. Не дам сэндвич. Не дам мой сэндвич. Это мое. Ну вот. Пита! Жри пиццу. Пита! Пита? Итак, Чика полюбила пиццу. Ты чё напугал её? Ты чё Чику напугал? A few frames later. Смотри, смотри. Да отстань от меня, заколебал уже здесь. Взял, пнул его нормально. Так. Да твою мать, опять прицепилась эта тупая курица. Иди в печку. Курицы гриль будешь. Вот они орут, блин. Аж оглохнуть можно. Очередная серия этого... Я даже не знаю, как это называется. Эннард, почему сериал? Ты убиваешь моих друзей? Спрингтрап, мой старый друг. Нет, меня зовут Спрингбонни. Что? Okay. Я думал, Спрингбонни мертв. Да, я был мертв. Но когда моему другу хотят причинить боль... Я возвращаюсь, чтобы убить обидчика. Да, возможно, он и хочет помочь нам. Опять война. Опять сражение. Суровый аниматроник. Спринтрап, что ты здесь делаешь? Эннард вообще такой козлина? Нет, я Спрингбонни. Я сожалею о том, что я сделал. Спрингбонни, это действительно ты? Нет, блин, он пошутил. Спрингтрап. Спрингбонни. Мы можем поговорить? Эй, той Бонни. Что произошло? Где мы? Я правильно понял? Вы хотите помочь нам? Да. Хорошо. Но я скажу тебе одну вещь. Какую? Если ты навредишь Голден Фредди, той Чики, Фандай Фокси, это твой конец. Хорошо, Бонни. Хорошо. Они доверяют мне. Теперь мне нужна помощь моих фантайм-аниматроников. Он предатель! Бонни, он предатель, он задумал недоброе. Да, на данный момент. Но, Бонни, мы можем поговорить наедине? Конечно. Конечно. Мы не должны доверять предателям и... убийцам. Почему ты доверяешь ему? Зачем ты это делаешь? Ты забыл, что он сделал? Что у него с глазами? Но я сказал ему, если он причинит вам боль, Голди, Фонтейн Фокси, тебе, ему придет конец. Хорошо, но ты присматривай. Это даже скучно. Обещаю. Если ты зевнул, то поставь лайк. Не делай. И напиши в комментах. Ты знаешь, я буду заражать вас через ролики с зеванием. Но я никогда и никому не причиняла боли. Если ты попытаешься причинить боль моей семье, тогда будет совсем другая история. Ты чего? И что ж ты сделаешь? Заклюешь? Скорей, на помощь! Тень Фредди, где мы? Добро пожаловать в мир, Бэйби. Что теперь будет? Ты будешь нашим другом? Не сейчас. No. Я помню одну вещь. Какую? Что ты хочешь в туалет? Я бы тоже хотел в туалет, наверное, на твоем месте. Вы никогда не ходите здесь в туалет в этом мультике? Меня это беспокоит. Возможно, это была коробка с но при этом жрете и пьете.
Мы единственные аниматроники, кто жив, или что? Не все живы. Бонни, Той Чика, Голден Фредди и Спринтрап. Что? Спринтрап? Я убью его. Не сейчас. Он хочет помочь нам. Я надеюсь, ты прав. Он предатель. Той Бонни? Тень Фредди? Вы живы? Тень Фредди такой прозрачный. Привет, Бонни. Вообще. Здоровки. Аниматроники рассказали Той Бонни о том, что случилось. Музыка такая. Что? Вы знаете, где мы можем найти аниматроников? Первых я аниматроников. Не знаю, были ли это аниматроники? Нам надо найти эту коробку. Отлично, давайте сделаем это. Они соберут самого первого в мире аниматроника. Здесь есть что-то злое. В комнате с нами. Это был я! Я был очень злой, потому что мне уже заколебала ваша несвязанная история. Совершенно. Потому что она была в прошлых роликах, в этих роликах. Она такой круговерть у меня в башке сделала. Короче, на этом мы будем с вами заканчивать. Если вам понравился ролик, поделитесь им со своими друзьями. С вами был Глюк, всем утюг. Да и не забудьте нажать на колокольчик, это важно. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бам.